Эй, это, черт возьми, гребаный отчет после концерта. Мы хотели есть, и мы поели. Чин-чин. Слово вот тому человеку. Говори, человек. Что я должен? Что я могу сказать? Концерт замечательный. Пальцы уже почти вернулись в свое первоначальное состояние. Уже сгибаются почти нет, до конца. Нет, что-то значит плохо играл. Да, да. Вообще, теоретически, они должны уже по частям только сейчас только собираться в единое целое. А так они уже даже похожи на обычные сосиски фирмы Микоян, а не на сардельки. Жирные. Вот, замечательные пальчики работают. Может, там что-то зрители хотят пожелать? Да. Умного, хорошего, доброго, светлого. Чай. Прогресс! Вот, прогресс! Есть еще сюда! Все? И все? Да? Ну, проходите. Чтобы почаще концерты были, чтобы мы набухали с вами. Не, можно сказать, слушайте группу Proxima, как еще. Если хотите. Конечно, да. Игру и веников не надо. Заходите на наш сайт. Не, ну сайт надо еще замутить. Сайт будет. Кстати, заходите на сайт, да, у нас уже есть. Регистрируйтесь там, все дела. Герасим, да, уже. А он сам, что ли, купил? Он не сам, у него друзья какие-то ему там. Хороший. Он у нас ну, неиссякаемый источник. Тебя еще снять, дорогой ты наш. Ну, если хочешь, можешь. Да. Опа. Ну-ка. Да. А теперь скажи ты, что ты думаешь об этом. А я думаю, что все замечательно, отлично. Могло быть и лучше, но вполне хорошо. Да. Японцы не к сожалению, тут нет. Отлично поиграли, отлично посидели. К сожалению, тут нет остальных участников. Да, но групп обеих. Но мы морально с ними. Да. Ну что ж, поэтому на этом фотоотчет закончен. И видеоотчет, кстати, тоже. Ну, всем пока. Давай помашем ручкой. Улыбаемся и машем. Да, больше улыбок. Еее. Пока всем.